России встретится со сборной Хорватии. Игра пройдет 7 июля в Сочи. Накануне победу нашей сборной отмечали во всех городах страны. В Москве болельщики вышли на улицу Никольскую, а в Казани всю ночь гуляли на Баумана. Больше 4000 человек участвовали в публичных слушаниях по генплану Казани. Основная масса замечаний от жителей, проживающих в частном секторе. По итогам поступило 3545 письменных обращений. До 36 градусов жары обещают синоптики в некоторых районах Татарстана. На западе республики ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и град. Ранее синоптики уже говорили, что такая жаркая погода может сохраниться всю эту неделю.